сплав остановился, люди ищут пиво. Надо же еще огурчики. Нас уносит куда-то в Тихий океан, всем пофиг, все ищут пиво. Все, сплав начался, пиво нашли. Открытие буклохода, сентябрь 2016 года. Ура! Че я один? Я не знаю, что ты один. Алкашу. Я один на буклоходе пошел. Да, 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 да. Это у нас. А в этот Веста мы поливали пивом. Вот, после этого мы. После этого был капец. Да, молодой, красивый. Идет 15-й день сплава по Амазонке. Продукты заканчиваются. Начинается сезон дождей. Думаем, кого будем есть первым. Два кандидата вызвались добровольцами. Но чуть-чуть не подрались, решали, кого же будем жрать первым. Каждый хотел помочь коллективу. От чистого сердца. Поэтому решили съесть того, кто спал. Да. Отдать его на заклане медведя. Поэтому я сейчас отвлеку и отталкиваюсь отсюда. Леха решил покончить жизнь самоподрывом. Не выдержал нагрузки этой ночи. Говорите, они точно меня либо сожрут, либо еще что-нибудь сделают. Утро, буклоход, печалька. Готовится. Тоже запишешь группу, просто на них есть, скачай. Ваше впечатление. Все окей. На самом деле, когда я снимаю, то все время что-то там трындишь, так что не переживай. Вот, кстати, это, Вита, может, это на полчаса, но вот это как раз и есть сплав. Все обвиняют украинцев в этом, что, а что, вам деньги нужны, а украинцы... Вот, а все-таки, извини, вы больше поставляете товаров в России, чем... Верно. Главное, кто больше продаст своего товара... Так это наш, походу, ваш. Рубочий. А спальник что это такое? Это не имеет значения. Главное, пока спальник не уберет, не будет колбасы. Не-не-не. Я вижу, что колбаса уже есть. Я не понял, вы уже выпили пиво, а я еще нет? Вот. Это твои проблемы. Вот это было снимать. А сейчас, ага. Были такие съемки. Понимаешь? Нет. Ну, у тебя можно внутреннюю, на обычную закрыть дверь? Да. Вот, а у меня нет. Щеки, в смысле, не наши, а сопки. Вибрирует. Заткнись и неси коня. ДМС Почта России. Вы слышал, что это? Можно не задорого пиво, водку продать. Приехал продавать. На что называется? Нет. Это грустинка. Все хорошо, отчаливаем. Спасибо. Ситуацию он немножко там пены делал. Но я просто смотрю на этих же. Тадри прям стеной фигачит.
Вот такой сплав. Как классно. Вот так вот вообще.